это история для будущего. Сегодня у нас неожиданный гость. Это не историк, это, по-моему, впервые в истории нашей программы. Не историк, это Александр Пасховер. По-моему, один из лучших украинских журналистов, который репатриировался в Израиль и который сейчас осваивает там очень интересную профессию. Об этом мы тоже будем говорить в нашей программе. Александр, добрый день. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте всем. Почему СССР был постоянно голодным? Ты долго вел в журналах такую колонку, которая возвращала нас в прошлое. И там были потрясающие истории. И меня на эту программу вдохновил вот недавний пост твой в Фейсбуке. И мой первый вопрос, почему СССР был постоянно голодным? Это карма такая? Кстати, ты уже почти вошел в мой ответ. Первый, наверное, да, в том числе. Она была заложена еще в гимне или в интернационале. Помнишь, там так и пелось, что... Весь мир голодных и рабов. Да, весь мир голодных и рабов может построить только мир голодных и рабов. Он построил то, в принципе, история еще от костюма из материала заказчика. Это такая, скажем, может быть, не очень серьезная, а больше такая литературная причина. Наверное, более серьезная причина постоянного советского голода заключается в том, что сама экономическая модель Советского Союза предполагала это. Вообще-то, на самом деле, вот это же было еще такое интересное исследование Нобелевского лауреата Армия Сен, по-моему, индийский экономист, он же писал о том, что, в принципе, у голода есть только политические причины. В 20-м и 21-м веке у голода не бывает экономических причин. Причины только политические. И чаще всего эти причины связаны с институциями и с режимами. Но так и было на самом деле. Сегодня все последние экономические кризисы, которые были или на нашем веку, или на нашей памяти были, это все кризисы перепроизводства. Сейчас ты живешь в стране, где достаточно эффективно, ну, во всяком случае, как мне кажется, функционируют кибуцы. А в СССР пытался сделать колхозы. Почему у кибуцев получилось, а у колхозов не получилось? Ну, потому что, вот как раз мы говорим о модели, потому что тут 100 тысяч причин, а одна из них заключается это в том, что кибуцы находились все-таки в условиях рыночной экономики. Они все равно должны были конкурировать. Плюс к тому, что всевозможные другие свободы. А колхозы – это крепостное право. Когда ввели в Советском Союзе колхозы, вернулись в 29-м году. Даже тогда и была шутка, расшифровка вот это ВКПБ, да, это аббревиатура Союзной коммунистической партии большевиков, да, ее тогда расшифровывали второе крепостное право большевиков. А, не знал. Да. То есть просто фактически большевики в 29-м году вернули крепостное право, ну и все, а деньги в таких условиях не размножаются. А может, народы СССР исторически не умели делать еду? Может быть, они, как это сказать, они недостаточно любили жизнь для того, чтобы делать хорошую, вкусную еду? Ну, не знаю. Не думаю. Я думаю, что они, особенно если брать, что центром этой цивилизации, славянской цивилизации, является Украина, хлеборобы, люди, которые умеют и, в принципе, сейчас показывают на то, что они могут кормить не только себя, но и часть мира. И как только у нас случилось несчастье, то многие желудки в мире опустили. Поэтому я не думаю, что это какая-то вот карма, она обусловлена только одним. Это режим. Если политический режим человека ненавистнический, то даже если там будет забит холодильник, люди будут дохнуть с голоду. Обогащались ли взаимно в кулинарном смысле народы, которые жили в Советском Союзе? Я сейчас объясню, о чем идет речь. Я ел вкуснейшую рыбу фиш, когда я жил у своей бабушки в маленьком городке на Украине, и мой лучший друг был из еврейской семьи. Это я потом уже понял, что он был из еврейской семьи. И его мама кормила меня вкуснейшей рыбой фиш, которую я с тех пор не находил нигде.
Сейчас, когда, например, очень много евреев уехали из Украины, когда украинцы не очень хотят слышать о русских, когда происходит вот процесс этой взаимной такой сепарации, означает ли это, что мы потеряем еще вот эти кулинарные, не знаю, кладези, кулинарные возможности друг друга, народов? Ну, конечно, потери какие-то будут, но с другой стороны, у нас сегодня есть больше поток культурных пересечений. Условно говоря, мы становимся, мы, под местоимением мы, я подразумеваю Украину, ибо причисляю все равно себя, занужу себя в это местоимение, но у нас сейчас довольно мультикультурное общество, включая то, что открыты для нас границы к французской, к итальянской кухне, средиземноморской кухне, к азиатской кухне и так дальше. То есть мы, безусловно, в кулинарном смысле станем богаче. В любом случае, особенности кухни народов СССР, они были интересны, но все равно они были в условиях многих невозможностей. И одна из них – это бедность. Поэтому я сейчас очень люблю одного блогера, фудблогера, смотрю, грузинского. Я обожаю просто эту грузинскую кухню. То есть у нас сегодня больше возможностей есть. Вернемся в Советский Союз. А для кого? Нет, мы должны. Но это работа. Это... А для кого тогда была напечатана книга о вкусной и здоровой пище? Кто был, как бы мы с тобой сейчас сказали, целевой аудиторией книги о вкусной и здоровой пище? Но у нее было, я думаю, две целевые аудитории. Первая целевая аудитория была – это та образовавшаяся номенклатура, бюрократия, которая фактически покупалась за доступ к этому меню. И это ее привилегия вот таким образом визуализировать. Вот эти новые феодалы какие-то такие, да? Да. То есть они могли быть отлучены от этого стола или могли быть к нему приглашены. Это, наверное, одна из целевых. Вторая целевая аудитория заключалась в том, что эта книга выходит как раз сразу же после окончания так называемого «большого террора», когда уже вычищена вся старая Ленинская гвардия, и начинается новый этап у Советского Союза. Это этап, когда правящим классом становится бюрократия, и этап, когда теперь идет демонстрация, как раз прошел этот так называемый съезд победителей, это 1934 год, да, 17-й съезд, этап, когда теперь уже Советский Союз, это фактически, просто можно сказать, книга входит в часть пропагандистского сериала, да, о великих достижениях Советского Союза, молодой страны за эти там 20 лет. Поэтому выходят фильмы всевозможные, там помнишь, эти про кубанские казаки, там изобилие просто вываливается из экрана, там фильм «Свинарка и пастух», «Тракторист». То есть все должно было демонстрировать, что вот и в принципе мы и достигли того, о чем так долго говорили большевики. То есть это просто часть советской пропаганды, и все. Это особенно чудовищно понимать, имея в виду, что эта книга вышла не только после съезда победителей, но и, например, буквально через 3 года после Голодомора. Безусловно. Все, что делал тот режим, выходит за рамки цинизма далеко. В 1936 году, когда Микоян полетел в Америку для того, чтобы перенимать этот опыт, в Советском Союзе вводились продовольственные карточки. Поэтому на самом деле, опять-таки, мы как раз и говорим о том, что голод – это причина голода не экономический, абсолютно политический. В демократиях голода не бывает. Вернемся к построению номенклатуры. Почему нужно было в стране, которая декларирует себя максимально инклюзивным обществом, мы с тобой начали голодных и рабов, рабы, они же все одинаковые, сущность раба состоит в том, что они в буквальном смысле, у них нет никаких различий между друг другом, да? Зачем? Они равны в своих невозможностях. Да. То есть даже невозможности владеть своей жизнью, да, например. Вот зачем в сообществе, которое задекларировано как общество абсолютно равных, вот буквально сразу же появилась какая-то ультраэлита, не просто элита, не просто какая-то элита явочным порядком, а ультраэлита.
Но это была единственная монета, за которую покупалась лояльность. Поэтому и в равной степени, смотри, когда произошел, ну, опять-таки, я сейчас скажу некую историю, как журналист, который читал просто об этом много, поэтому я, мои выводы, ну, такие тоже косвенные. То есть тогда, когда закончился этот этап большого террора, страха, то есть что-то нужно было предложить уже другое этой же самой элите. Невозможно было держать ее постоянно в черном теле. Условно говоря, убийством Кирова могло все не закончиться. И Сталин очень боялся за свою жизнь, и каждый из них тоже мог понимать, что этот шарик может лопнуть. Поэтому нужна была какая-нибудь другая монета. То есть есть, так сказать, два вида диктатур. Да, это диктатура, ну, их больше, но таких здесь применимых. Диктатура страха и диктатура обмана. Вот. То есть диктатура страха, она уже себя исчерпывала. И теперь необходимо было элиту тогда уже покупать. Это была разменная монета, за которую ее покупали. Потом произошел прыжок, скажем так. Опустим фундаментальные важные вещи, но произошел прыжок в развитой социализм. И тогда появился феномен зоны снабжения и колбасные электрички. А вот, да, это, да. А вот это как произошло? И почему это произошло? Ну, как раз это, наверное, и говорит о том, что поскольку Советский Союз создавал нежизнеспособную экономическую модель, то на ее смену приходила какой-то уродливая подмена. То есть, ну, если бы Советский Союз пролонгировал тот свой прекрасный эксперимент в виде НЭПа, да, то, возможно, бы, условно говоря, это переродилось бы что-то в современный Китай. А поскольку НЭП умер, то это переродило такой в отсталый Китай. То есть тогда, когда просто люди стали сами собой заменять эти экономические рычаги так, как они умели. То есть, ну, транспортировать на себе, если я правильно понял этот вопрос, транспортировать на себе, то есть фактически сами создавали логистические цепочки, в которых они могли существовать. То есть люди вот все равно будут выживать, хоть в Северной Корее, хоть в Советском Союзе, хоть в Иране. По сути, история и Украины в том числе, потому что часть этой истории, и история России – это история бедности. Притом не только, я говорю, уже за советский период, а за практически всю предыдущую историю. А история бедности учит выживать. Тогда почему нынешняя молодежь в России, да и не только в России, давайте честно скажем, верит, что Советский Союз благоденствовал? Почему нынешняя молодежь в массовом порядке читает в каких-то ВКонтактах и в каких-то телеграммах какие-то истории о пломбире и о пломбире невиданного вкуса? Ну, одно дело, конечно, что они читают и могут быть на самом деле даже рефлексировать, а другое дело, если им теперь реально предложить такую модель существования, то они очень быстро от нее открестятся. Но, с другой стороны, я думаю, что эта вся модель, она тоже таки не за один день формировалась у нее в голове, создавались последние 20 лет. У той молодежи, опять-таки, это мой домысел, но я делаю вывод из того, что я читаю, вижу, разговариваю с кем и слышу. У них нет модели будущего, не представлена модель будущего. Есть некий романтизм прошлого, великого прошлого. И поэтому между совершенно неясным будущим, совершенно неясным очертанием, куда мы идем, есть абсолютно точный контур величия оттуда, откуда мы якобы вышли. Поэтому я думаю, что здесь секретное оружие, знаешь, как говорила Голда Мэйр, говорила в отношении, когда спросили, в чем секрет экономического чуда Израиля, она говорила, у нас было тайное оружие, секретное оружие, отсутствие альтернативы. Вот. То вот в случае с этой молодежью сыграл тоже оружие, только в другую сторону, то есть самострел, отсутствие альтернативы. Величию Советскому Союзу не представлена никакая альтернатива, нет никакого другого варианта модель развития, а вот может еще и так, а вот существует еще так, такой мир, а вот есть такие цели. Вот смотри, даже наша с тобой любимая Украина, ведь тоже, я думаю, где-то только с середины нулевых, если не ближе к концу, мы стали более не менее формулировать
наши ожидания от будущего, стали более-менее формулировать те цели и ценности, которые мы хотим исповедовать. А до этого, помнишь, какая была все время борьба, мы все время делали ревизию прошлого. Мы там так долго застряли с нашим любимым, дорогим третьим президентом Украины Виктором Ющенко, что это выходило иногда уже за рамки, ну, в общем-то, выживаемости. Я помню, тогда очень много было дискуссий вокруг того, что, слушайте, надо не забывать прошлое, нужно его делать из него какие-то выводы, уроки, но мечтать, думать нужно о будущем. И поэтому я не представляю себе, условно говоря, о чем может мечтать, какое будущее для своей страны может видеть простой саратовский школьник. Вот о саратовских школьниках. Из России, сегодняшней России, уходит Кока-Кола. Путин на каком-то петербургском форуме, я не знаю, всерьез или в шутку, говорит о целебных, небывалых возможностях иван-чая. Я, честно говоря, даже не знал о таком растении. Ну, да, признаюсь. Да, я потом гуглил, что такое иван-чай, потому что я даже сначала не понял, о чем идет речь. А буквально на следующий день российское правительство утверждает программу по импорту замещения иван-чаем Кока-Колы. 140 миллионов человек могут вот так по команде развернуться от Кока-Колы к иван-чаю. Саша? Ну, я не думаю, что, они развернутся так, конечно, но это такое впечатление, что старики куражатся. Вот, когда власть захватила фактически старцы Кремля, то есть в буквальном смысле старцы, да, то есть вот они просто куражатся, такое ощущение. И там будут и луковички, как там рассказывал, там они да будут есть. Корешки. Корешки, луковички, иван-чай и так дальше. Слушай, мне кажется, что, несмотря на то, что мы не очень высокого мнения о них, они точно не идиоты. Они, скорее всего, может быть, сволочи, но не идиоты. Вот. То есть, по такой ощущению, что они просто куражатся. И куражатся, потому что нет никакого ощущения, что могут им от своего народа прилететь сдачи. По сути, в принципе, любое правительство в любой стране мира, оно же не является нигде идеальным, и его степень идеальности зависит только от способности его контролировать. Если его общество контролирует, тогда это правительство более или менее держит себя в рамках приличия. А так, я думаю, что любое правительство сошло бы с ума, когда у него есть такой послушный, такой хорошо дрессированный народ. И хочешь меняй Кока-Колу на иван-чай, а хочешь еще на что-нибудь более замысловатое. Я думаю, они могут зайти куда-то дальше, в такие неприличные напитки, что в целом, в принципе, это просто будет выглядеть как испытание долготерпения народа, а у него, кажется, нет никакого вот абсолютно дна, он примет все. Ну вот это и говорит о том, что все вопросы, связанные с нищетой, бедностью, несчастьем, это не вопросы экономики. И тогда последний вполне логичный вопрос. Видна ли, заметна ли из Израиля угроза мирового голода, спровоцированная этой войной и спровоцированная агрессией россиян? Ну, тем более сейчас, когда уже подписан, я не знаю, как он будет действовать, этот договор, который был подписан между Турцией, ООН и за двух сторон Украина, Россия, то вроде бы даже пошли уже и цены вниз, пошли продовольственные. Я не думаю, что это грозило бы голодом, это бы грозило бы, грозить будет экономическим потрясением в виде инфляции, это будет грозить экономическим потрясением в виде там, безработицы и многих других вещей. Сам голод по себе, как я говорил, это дефиниция политическая. И мне кажется, что сейчас она миру не угрожает. Во всяком случае, запасов в мире и переходных запасов продовольственных достаточно много. Плюс тому, что мы понимаем, кроме всего прочего, что одна из причин угрозы голода – это логистическая, а не продовольственное понимание этого слова, так как вот оно и выглядит. Поэтому, я думаю, о логистической цепочке или логистику, в общем-то, ее более-менее за относительно короткий срок можно или перестроить, или реанимировать, и тогда это практически сразу же будет проблема решена. Может, я выдаю желаемое за действительное, но я думаю, что голод не угрожает.
И тогда уже совсем последний вопрос и достаточно политический такой вопрос. Как меняется настроение в Израиле по отношению к этой войне? Как меняется поведение руководства и правительства Израиля? Сейчас трудно это будет оценить. Сейчас трудно это оценить. Это легче будет оценить к 1 ноября. В Израиле начинается очередная серия многосерийного фильма «Парламентские выборы». За последние два года пятые выборы досрочные. Поскольку, опять-таки, в Израиле очень тонкая грань между парламентским большинством и оппозиция там в один голос, и когда этот один голос вываливается и невозможно создать новое большинство, то это ведет к перевыборам. И так уже два с чем-то года это выборы. И сейчас будет довольно интересно, реальное отношение к Израилю, к Украине будет, исходя из того, на что будут ориентированы русскоязычные, так называемые русскоязычные партии, на как они чувствуют улицу. Сегодня кажется, что улица выкрашена русская улица выкрашена в желто-синие тона. Угу. Кажется, что сегодня настроение у улицы, и если партии заметили это, как и я, то они, скорее всего, будут играть на этих настроениях, на желто-синих. И для меня, не знаю, вот, может быть, я новичок здесь, для меня, конечно, пока еще не очень понятно, на что сделать ставку Нетаньяху, на что сделать ставку партии Ликуд. Она самая крупная, она сейчас позиция, но она самая крупная здесь. Uh-huh. И вот личные связи Нетаньяху с Путиным, и вот подозреваю, что они так и остались такими, вот, что может быть только вот эта самая крупная израильская партия, что вот непонятно, какую ставку сделает она. Но в любом случае, я думаю, что перемены будут, потому что у Израиля теперь уже появились новые угрозы. Как вы знаете, что уже была атака на израильский самолет в Сирии со стороны российских. Ну и агентство Сахнут. Агентство Сахнут, Лавров очень сильно помогает нам, не знаю, в какое место вот благодарить, вот, с этим, с еврейской кровью Гитлера, вот, и многое другие вещи. Поэтому да, в действительности, что израильтяне не понимают эту модель поведения России, откуда она взялась. Вот, но так или иначе, в действительности, что какая-то перенастройка здесь происходит, просто медленно. Спасибо большое, Александр. Саша, спасибо большое, Александр Пасховер. Украинский журналист по-прежнему, который теперь живет в Израиле. А это история для будущего, и будущего точно будет. Добрый день, это «История для будущего». Будем сегодня, как обычно, говорить и о истории, и о будущем. Причем в нашем случае сегодня мы будем говорить не только о истории Украины, не только о истории России, и даже не только о истории вот этих двух сущностей. С нами сейчас на связи Сергей Громенко, я бы сказал, выдающийся крымский историк. Сергей, добрый день. Добрый. Льстит слово «выдающийся»? Скорее, адекватно описывает сложившуюся ситуацию. Все, хорошо, согласились. На прошлой, вот в прошедшие дни мы увидели два больших конфликта. Это помимо того конфликта, в котором мы сейчас живем. Мы увидели конфликт на Балканах. Это такое очередное обострение вот сербско-албанских, вот каких-то Косово, вокруг Косово. И вот не далее, как вчера, мы увидели историю с Тайванем, Китаем, Соединенными Штатами Америка, политика одного Китая. Я хочу поговорить вначале о иредентизме, о том, что земля заканчивается там, где заканчивается серб, или заканчивается россиянин, или заканчивается итальянец. Насколько вообще важна эта история история для истории? Насколько она важна нам? Ну, надо же, наверное, разделять те народы, для которых действительно важно, и для тех, которые переросли такой вот прямой, можно даже сказать, лобовой способ осмысления своих границ. Если мы обернемся, ну, на каких-то там 70 лет назад, а 70 лет назад что такое в исторической перспективе? То есть о трагедии немецкого народа в Европе? Да, и мы увидим, что вот была такая идея. Все немцы должны жить в границах одного немецкого государства. И нельзя сказать, что эта идея совсем не имела никаких оснований, и нельзя сказать, что в западном мире крупные государственные деятели были против. И, конечно, в этом смысле Адольфу Гитлеру и
Третьему Райху сначала всячески способствовали, позволили совершенно безнаказанно отобрать у Чехословакии Судетскую область, населенную преимущественно немцами. Потом закрыли глаза, в принципе, на аннексию, на аншлюз Австрии. Ну, а перед этим на Западе Саар-Лотарингия и так далее? Ну, Саар-Лотарингия, по крайней мере, были формально немецкими, просто там действовали правовые ограничения, которые были сняты. И даже практически в 1939 году договорились об экстерриториальном коридоре из Германии в Восточную Пруссию через польскую территорию. По крайней мере, в Польше были политики, которые были готовы пойти на союз с Германией против Советского Союза и уступить. Но победили противники этой концепции, и в конечном итоге это привело к войне. И вот германская идея, все немцы должны жить в одном государстве, в конечном итоге и привела к вот этому вот поиску Lebensraum, жизненного пространства для остальных, для тех немцев, у которых нет земли внутри Германии, к опущению других народов на низшую ступень эволюции, ну и в конечном итоге к Холокосту. После этого в Центральной Европе, и тем более в Западной, такого рода концепции и модели стали восприниматься как моветон, и всякие попытки воспроизвести их в конце 20 века, которые предпринимались, например, в Сербии, закончились известным образом. Но некоторые народы... Известным, я уточню, геноцидом, позором, Гаагой, тюрьмой и смертью. Ну, приблизительно в таком порядке, к сожалению, сначала геноцидом, а потом бомбардировками и Гаагой, а не наоборот. Но некоторые народы, например, россияне, все-таки не переросли вот ту немецкую фазу развития и до сих пор почему-то считают, что если где-то звучит русская речь, то там, значит, должна быть территория России, точка. Ну, вот... К сожалению, в этой логике еще много других народов мыслят, поэтому я не буду говорить, что в ближайшее время конфликты на этой почве закончатся. Сергей, вот с одной стороны, россияне, чудовищно вовлечены в историю и ставят историю в центр своего существования, иногда так кажется. А с другой стороны, вот вчера я увидел сообщение от социологов о том, что 45% опрошенных россиян назвали Куликовскую битву решающим сражением Второй мировой войны. Ну, как, скажите, как историк историку, как вот это можно соединить, два этих обстоятельства? Тут же ж нет ни малейшего противоречия. Куликовская битва и то место, которое она занимает в реальной истории, это одно. А уверенность в том, что история оправдывает современность, это совершенно другое. То есть большинство россиян не знают не столько историю России, сколько мифологию историческую России. И в этой исторической мифологии Куликовская битва может быть вообще делом вчерашнего дня. Вот победили на поле Куликовом украинцев вместо Иловайска. Ну, почему бы, собственно говоря, и нет? Поэтому, если там треть россиян думает, что это Солнце вращается вокруг Земли, почему бы россиянам не думать, что Куликовская битва была 70 лет назад? Хорошо. Еще в социальной сети ВКонтакте появилось, не знаю, как это сказать корректно, как будто бы появилось сообщение от как будто бы президента России, бывшего Дмитрия Медведева, где он всерьез размышляет о роли места Киевской Руси и о возвращении к истокам. А потом это сообщение исчезло, и его пресс-секретарь сказал, что это все неправда, и такого не было. Но вот опять же, почему бывший президент России пишет или не пишет о возвращении истоков и вообще откуда взялась в конце концов Киевская Русь вообще? Давайте с вами разберемся. Так, стоп. Это два разных вопроса. Сначала почему Медведев, потом почему Русь. Дело в том, что в российском политикуме все-таки нет такого единства, которого бы хотелось Путину, а имеются как минимум там два крыла условных силовиков, ястребов и сторонников активной внешней политики и либералов демократов. Да. Стремящихся работать внутри страны, потому что деньги на Западе имеют неприятное свойство замораживаться. И Путин является таким арбитром,
решалой, не, арбитром нет, решалой между этими двумя крыльями, которые тоже, в свою очередь, поделены на башни. И Медведев – это один из рупоров вот этой силовой внешней партии. Нет-нет-нет, подождите, он либерал. Я его помню, у него был айфон, и он танцевал под музыку Modern Talking, я видел это видео. Да, в 2008 году Медведев возглавлял либеральную партию, а после рокировочки с Путиным переместился к силовикам, это обычное дело. И сейчас силовики качают продвижение войны, перевод спецоперации в полномасштабную войну, мобилизацию, давайте еще Северный Казахстан захватим. То есть Медведев в данном случае рупор вот тех сил, которые хотят сражаться до последнего русского. И то, что этот материал появился, а потом исчез, говорит о том, что столкнулось это крыло с определенным противодействием, возможно, не народным, а возможно, из Кремля позвонили и сказали, что вы делаете, твари. Ну, приблизительно в этом духе. И материал исчез, но осадочек остался. Теперь, что касается Руси, откуда она взялась во всей этой истории, надо же понимать, что это же не Медведев придумал. История Руси, как оправдание для внешней экспансии России, это 500-летняя традиция. Вот с самых 1460-х, 1480-х годов, когда Москва сбросила Ордынское иго и решила прихватить себе немного территорий соседей, встал вопрос, как же это обосновать. И в качестве одного из самых универсальных принципов был использован династический. Вот у нас сидит царь, ну, вернее, тогда еще великий князь, он прямой потомок Владимира Великого, который сидел в Киеве. Значит, это наша отчина и дедична. Все, возвращайте нам назад. И под этой маркой между Москвой и Литвой, которая тогда принадлежала Киеву, возникли непримиримые противоречия. Несколько столетий велись войны между Москвой и Литвой. В конечном итоге так победа вот с 15 до середины 17 века ни одной стороне и не пришлась. То одна побеждала, то другая. Там, в общем, замес был нереальный. Но всякий раз оправдывалось с точки зрения Москвы это тем, что Киев, дескать, отчина наша и надо бы вернуть. Сергей, а вот с Владимиром этим. В Киеве Владимир стоит давно. В Москве Владимира поставили недавно, и казалось бы, что мешает поставить по Владимиру в любом среднепроизвольном российском городе, имея в виду, что, еще раз повторюсь, 45% россиян назвали Куликовскую битву решающим сражением Второй мировой войны. Ну вот объясните мне, вот зачем Владимир, откуда, Господи, прости, взялся Владимир, он же креститель вообще во всей этой истории? Это все наследие аннексии Крыма. Когда в 2014 году Путину нужно было оправдать в глазах западной общественности, россиян тут как раз в расчет никто не принимал. Россияне от одной мысли о том, что Крым теперь их, просто кипятком писали. Речь шла именно о западной аудитории, и Путину пришлось прибегнуть к историческим оправданиям, мол, Крым – это исконно русская земля, Крым всегда был населен русскими, тут, значит, в Крыму наш правитель крестился, отсюда свет веры православной пошел. В общем, это все наше, наша и точка. И понятно, что вот эта идея о том, что современная там, ну, тогдашняя Русь и современная Россия выросли из Владимирова крещения в Крыму, она тоже довольно древняя, ее упоминали еще Потемкин с Екатериной в переписке, а при Путине она получила второе дыхание, и в рамках вот оправдания этой модели в 16 году и поставили Владимира. Хотя, если бы Путина звали не Владимир, может быть, памятник бы и не поставили. А поставили бы кому, например? Святославу? Кому там? Да кому угодно. Юрию Долгорукому уже ж есть. Ну вот что, куда? Ну, трудно сказать, кому поставили, если не Владимиру, но уж есть как есть, поэтому поставили Владимиру. И даже если в каждом городе по памятнику возвести, это все равно не даст ожидаемого эффекта, потому что россиян в данном случае никто же не воспринимает всерьез в Кремле. Это все работа на одного человека, в России на одного человека, на Владимира Путина. А Владимир Путин, в свою очередь, ведет спор просто с Западом. И война против Украины для Путина и силового крыла, это же не война против Украины.
Это война против НАТО, война за возвращение России в статус сверхдержавы, пощечина Соединенным Штатам и тому подобные вещи. Так что Владимир в данном случае это просто удобный костыль, а вовсе не первопричина. То есть всерьез, например, говорить о том, что история, вернее так, я не так сформулирую, например, для современной России история взаимодействия и корни, которые лежат, например, в Золотой Орде, например, не менее важны, чем корни, которые лежат в Руси. С точки зрения политических традиций, ордынские корни гораздо важнее древнеруских. Но сегодня Россия как бы вроде обернута лицом на Запад и пытается спорить о своем месте в мире с Европой и Соединенными Штатами. И поэтому, конечно, апеллирует вот к европейской традиции. Апеллирует к Руси, апеллирует к Петру. А если бы речь шла о том, что надо доказывать что-то там китайцам, то тогда, конечно, вспомнили бы, что Россия — это наследник Золотой Орды, и вообще Россия появилась, когда ханскую ставку перенесли в Москву. Так, на самом деле, в начале 20 века всерьез писали евразийцы. Поэтому это вопрос просто политический. Простите, я должен уточнить, в Москве была ставка Золотой Орды? Нет, это евразийцы говорили, что вот Россия на самом деле, это как если бы ставку ханскую перенесли в Москву. Так, а больше ничего и не изменилось. Я просто испугался, думал, я что-то не знаю в истории аж так сильно. Кстати, вы не обратили ли вы внимания, что для российских, как это сказать, исторических мемов или нарративов возникла новая звезда, называется Александр Невский. Очень долго как бы правопреемственность от Петра происходила, а теперь вот возник как звезда, значит, эффективного государственного менеджмента Александр Невский. Она возникла далеко не вчера. Александр Невский — это был кумир, идол и бог всего евразийского движения, потому что он боролся с мечом в руках против Запада и плюс-минус успешно. И с другой стороны кланялся в ножки хану Золотой Орды, ну тогда еще просто Монгольской империи, и благодаря этому сумел там сохранить власть над своими княжескими владениями. То есть на самом деле, если мы так посмотрим, то потом, это 20-е годы, вот евразийское движение и начало культа Александра Невского. Потом 40-е годы. Сталин, собираясь воевать против Гитлера, поднимает на щит, ну вернее, 37-38 год, поднимает на щит Александра Невского, появляется фильм Сергея Эйзенштейна. А как только, кстати говоря, в 39-м между Гитлером и Сталиным подписывают соглашение, сразу фильм уходит на полку. И до 41-го года про него никто не вспоминает. А в 43-м, если я не ошибаюсь, вводят даже орден Александра Невского. И уж казалось бы святой, давно признанный, там уже 400 лет как святой князь, а все равно в Советском Союзе не постеснялись его использовать. И потом через основу после застоя, когда это было никому не нужно, опять в нулевые годы начинается ренессанс Александра Невского, связанный в первую очередь, конечно, с религиозным смыслом, то есть всякого рода соборы Александра Невские возводятся и восстанавливаются по всей России. И сейчас памятники Куликовской битвы Александру Невскому на самом деле входят в пятерку самых распространенных памятников в России, так точно. И это, с вашей точки зрения, просто еще раз уточнить, связано с тем, что он противостоял вот этому тлетворному Западу и так сказать, с мечом в руках. Да, и дружил с Востоком. Это называется там два подвига князя Александра Невского в евразийской литературе. И сейчас очень активно используется в дискурсе, в российском, потому что идеально просто ложится в политическую конъюнктуру. Война с НАТО и дружба с Китаем. Отлично. Идем дальше по методичкам российских, значит, СМИ и вообще и российской идеи. Вот сейчас российским СМИ пропагандистским предлагается проводить параллели между войной в Украине, значит, Невской битвой, упомянутой нами, и крещением Руси. Какая-то сложная модель. Каким образом во всю эту историю вписывается крещение Руси?
Честно говоря, я не знаю. Я не российский пропагандист, до меня не доводили точно, как нужно вписывать историю Руси в современную политику. Но из того, что я знаю с 2014 года, тема духовного единства русского и украинского народов это один из столпов вот новой политики Владимира Путина. Путин же не просто так говорит, что один народ, русский с украинцами. Он подводит под эту базу, в том числе и религиозную. Дескать, принимали одно крещение от одного князя. Входит большинство украинцев в русскую церковь, хотя она там называется украинской церковью. Ну, по крайней мере, Путину так кажется. Но, значит, вы все один народ, и возразить тут нечего. И, к сожалению, поскольку самые главные культовые сооружения украинские, православные, находятся в ведении подмосковской церкви, эта аргументация имеет влияние. То есть вот эта история по поводу, например, там, денацификации, она не противоречит идеологически истории о том, что мы один народ? Как можно денацифицировать часть одного народа? А так ведь речь идет не о денацификации всего украинского народа, а только хунта, отщепенцев, карательные батальоны. Если мы посмотрим на февральскую и мартовскую риторику, то мы увидим там призывы к армейцам повернуть оружие против власти и договариваться, и истреблять нацистские батальоны. То есть здесь никакого глубокого противоречия нет. Вот сбросим власть, истребим 40 тысяч нацистов, а весь остальной украинский народ сразу возьмет, покается и прибежит с распростертыми объятиями к русским. Почему ответом на российскую идеологию денацификации состоялся украинский ответ деколонизации? Насколько это органично? Я думаю, что Украина тут не изобретала велосипед. По всему миру рано или поздно в тех регионах, где прекращается имперская власть, возникает и соответствующий антиимперский деколонизационный ответ. Свою деколонизацию проходила Латинская Америка, правда, еще в 19 веке, и я не уверен, что этот процесс закончился. В Африке, сейчас в Азии, наконец, дело дошло до Украины. То есть сейчас большинству украинцев уже понятно, что Россия – это не братское государство, это не извечный союзник. Россия – это метрополия, в которой реваншисты взяли власть и хотят заново завоевать Украину. И причем статус самой Украины – колония ли, периферия ли, там часть метрополии принципиально не важна. Важно то, что большинство украинцев уже не хочет этого. Если мы посмотрим на соцопросы с 14 по 22 год, мы увидим, как регулярно и неуклонно количество людей, считающих россиян братским народом и требующим дружбы с Россией, снижается. Я думаю, что если бы не война, то этот процесс эволюционно еще лет через 10-15 закончился бы, а так благодаря войне он закончился уже в этом году. Для многих людей, как мне кажется, сейчас очевидно, что вот в связи с началом этой полномасштабной войны срок освобождения Крыма от российских оккупантов, он как бы стремительно приблизился. Но за это время, вот отвечая на классический путинский вопрос, что вы делали эти 8 лет крымским школьникам на уроках истории преподавали совершенно другую историю. Насколько это необратимые изменения? Это, конечно, зависит в первую очередь от каждого конкретного школьника. Я хочу сказать, что в 1985 году 100% советских школьников учились по советским программам, по советским учебникам. А в 91-м году, когда надо было выйти на защиту коммунизма и советского строя, да никто, в общем-то, и не вышел. И наоборот, откуда-то взялись руховцы, потомки лесных братьев в странах Балтии. В Москве демократов развелось меренно-немерено. То есть, в конечном итоге, как-то же оно все так получилось, что даже самые отъявленные украинские националисты сегодняшнего дня в Украине, они тоже ходили в советские школы. То есть процесс проблемный, но я бы не сказал, что мы потеряли всех крымских школьников до одного человека безвозвратно. Как только Крым снова вернется под полный украинский контроль, начнется обратный процесс, и я думаю, он довольно скоро завершится.
Как в этой связи тогда встает вопрос, например, об изменении крымской топонимики, раз уж мы всерьез на материковой части Украины взялись не только за топонимику, но даже вот тут массово меняем название улиц на даже каких-то русских классических писателей, так сказать, избавляемся от них? Ну, давно уже надо перевести режим деколонизации в законодательную плоскость. Как это было с декоммунизацией? Сначала свалили Ленина на Бессарабке, потом приняли закон и начали заниматься зачисткой поля методически. С деколонизацией точно так же. Мы знаем, что приблизительно там 800, было больше, но уже просто исчезли, топонимов в Крыму, были переименованы советской властью в три волны с 44 года. И здравый смысл, историческая справедливость и тому подобные вещи требуют возвращения как минимум этих названий. То есть можно дискутировать о том, является ли Симферополь акмечетью или не является, но то, что всевозможные вот эти вот ароматные, изобильные... И первомайские, да. Должны получить свои истинные названия изначально, это не обсуждается. Весь вопрос упирается в Верховную Раду Украины, которая все никак не может вот взять и собраться с мыслью о том, что надо быть закон про деколонизацию и возвращение исторической топонимики как один из обязательных пунктов. И уж совсем последний вопрос в этой части нашего разговора. Почему украинцы воюют за будущее, а россияне в этой же войне воюют за прошлое? Как так получилось? Так чаще всего так и бывает. Вот что у россиян в обозримом будущем? Путин, еще Путин, снова Путин. До 2036 года Путин как минимум, если не помрет. А после того, как он помрет, будет преемник Путина. А может быть чуть помягче вроде Кириенко, а может быть еще более упоротый, например, Патрушев. А потом будет еще один какой-нибудь преемник, и может быть там, а может Кадыров вообще станет. И за последние 20 лет россиян приучили к мысли, что от них ничего не зависит, что в будущем будет так, как скажут в Кремле, и как бы мы там, ну, типичный глубинный россиянин на самом деле понимает в глубине души, что ничего хорошего в ближайшем будущем его не ждет. Ну, такая вот история в России. А украинец наоборот. Украинец, он оптимистичный. Украинец уже не допустил там Януковича в 2004 году. Скинул Януковича в 2014 году. Украинец дожил до ассоциации с ЕС, до Томаса, в конце концов, для кого это важно. То есть у украинца есть шанс, что в будущем он будет жить лучше. И поэтому, конечно, сегодня каждый украинец сражается за оптимистическую версию будущего, а россияне, у которых в будущем ничего хорошего нет, сражаются за то, чтобы вернуть себе славное прошлое и быть хотя бы как деды. Хотя я не уверен, что те деды, если бы они оказались сейчас, поддержали бы все эти начинания. Сергей, спасибо. Спасибо большое. Это Сергей Громенко, крымский историк. Это история для будущего, и будущее точно будет.